Продолжаем путешествие по Тульскому Кремлю и идем дальше. Тут вот такое вот красивое здание. Обойдем его немножко, посмотрим. Опять обратим внимание на вот эти вот цокольные этажи. Вот они опять цокольные этажи. Вот здесь даже с решеточкой. Какая красота. Здесь даже с решеткой. Музей оружия. Где-то там. Интересно, ладно, поищем. Вот такая вот красота на территории Тульского Кремля. Ну и опять эти цокольные окошечки. Вот по всему зданию. С учетом, что вот там вот как раз засыпанные откапывают, вот если бы все это откопать, вот эти окна были бы не цокольные, они были бы в уровень с теми зданиями. В этом, конечно, цокольных окон не наблюдается, но тоже интересное здание. Ладно, будем еще обходить его. Это уже новодел, то есть вообще он изначально был белокаменный, а сверху это уже реставрация. Заглянем с этой стороны. А вот тут какая-то красота. Сейчас посмотрим. Музей оружия. Музей оружия. Воскресенье, среда, четверг. Музей оружия. Вот такая вот красота.